Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 9. В строке 56 печатных знаков, а на странице 36 строк. Сколько печатных знаков уместится на 64 страницах? Первое действие. 56 умножаем на 36. Сначала умножаем единицы. 6 на 56. Получаем 336. Затем десятки умножаем на число 56. Получаем 168. Записываем со сдвигом на один разряд влево. Складываем полученные числа. Получаем 2016. Столько знаков содержит одна страница. Второе действие. 2016 умножаем на 64. Умножаем сначала единицы, затем десятки, записав их со сдвигом на один разряд влево, складываем полученные числа и получаем 129 024. Столько знаков содержится на 64 страницах. Ответ. 129 024 знака поместится на 64 страницах. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.